Ой, друзья, сразу записываю следующее видео, потому что в том видео, кто смотрел, я говорила о даянии. Я хочу сказать, даяние это тоже надо делать с умом. А в том видео я сказала, что ну, я люблю давать. Ну, это правда. А, там, деньги, вещи, нравится мне это. Но это помазание, это не я такая крутая и классная. Это Господь, когда помазывает на процветание, Он включает вот эту функцию даяния. Потому что вся Библия заполнена тем, что процветающий человек – это даятель. Да? Вот. И я всегда давала, но не понимала. Не понимала, как давать, где давать, сколько давать, кому вообще не давать. Для меня это было непонятно, но так как я сейчас много проштудировала и Библии, и прошла путь с Господом, такой, скажем, необычный путь с Господом, вот, где Он меня всему обучал, я поняла просто, друзья, что давать-то надо тоже с умом. Допустим, есть люди, которые сидят на дороге и просят деньги. Часто попадались мне такие люди и на вокзалах, и так на дороге. Вот. Тут надо тоже смотреть. Понимаете, чем больше вы общаетесь с Духом Святым, с Господом, тем больше вы будете понимать, кому давать, кто вас использует, кто правильно по назначению эти деньги может использовать. Вот эти все моменты, но они тонкие моменты в духовном мире, понимаете? И мы иногда даем, допустим, человеку, который наркотики покупает на эти деньги. Он говорит, я голодный там, или мне не хватает там на проездной. И мы думаем, о, сейчас мы вот что-то хорошее сделаем, купим ему проездной. А он пошел себе очередные там наркотики купил или алкоголь купил. И опять же повредил себе. А ты как соучастник идешь? Вот в духовном мире ты соучастник, потому что ты даешь что-то не для пользы, а для вреда. Получается, что ты себе сам навредил. И потом ты думаешь, а почему мой канал прерван? Почему мне больше не везет? Почему ко мне не идут деньги спокойно? Почему у меня не клеится там что-то, да, там в работе, может быть, обворовали тебя. А почему это? Ну, потому что ты помог человеку испортить себе здоровье, испортить себе жизнь, и думал, что ты сделал хорошее дело. Вот даже такие мелочи, друзья, нужно вот реально изучать. Ну, вот поэтому Господь меня и проводил через все это, да, чтобы я могла с вами делиться. Потому что есть такое слово, да, добрый человек. Ну, вот Господь меня даже повел вчера на школе, когда мы встречались с моими бизнесменами, на тему добрый человек. И вот мы считаем, что добрый – это значит, когда он всегда все дает, всем угождает, всем улыбается. Но добрый в духовном мире, друзья, это человек благородства. Это человек, который реально правильно всегда поступает, знает, где как поступать, знает, кому помогать и кого оставить, чтобы человек сам научился себе помогать. Доброта, она не всегда хорошо, и мы это видим, да? Мы видим, что мы иногда слишком добрые, отдаем, а потом один прекрасный момент понимаем, что назад-то ничего не идет. Вот, доброта, она должна быть с умом тоже, друзья. Вот. И Библия это тоже четко говорит, что доброта – это реально понимание, кто ты и кому тебе надо помочь, и как тебе надо помочь, и поможешь ли ты человеку, который постоянно клянчит у тебя деньги, и сам не собирается никогда там заниматься чем-то, работать, учиться чему-то. Он просто привык, что ему дают, понимаете? Ну, мы не можем таким людям помогать, потому что этим людям мы, наоборот, портим жизнь. И Господь говорит, ты что, играешь Бога? Хватит играть Бога
я хочу этого человека научить чему-то, я хочу этому человеку что-то дать, я хочу этому человеку показать, как правильно жить, там, я не знаю, в какую-то работу привести, ну, чтобы человек что-то делал. Вот. А он нахлебничает. Вот. И человек, который дает, он будет также отвечать за то, что тот человек не смог развиваться, потому что он постоянно брал у него деньги. Вот. Мы несем ответственность за каждую душу, друзья. Вот так это все выглядит в духовном мире. Это все выглядит по-другому. Поэтому невероятно важны духовные школы, друзья. Духовное, материальное – это всегда одно. Это всегда одно. Богатый человек в духе, богатый человек внутри, благородный, добрый человек внутри, он всегда богатый. Он всегда будет иметь деньги, понимаете? Потому что он умеет ими распоряжаться, потому что он умеет их притягивать, потому что он связан с духовным миром, потому что он может говорить деньгам, и они могут приходить. Все это стоит в Библии, друзья. Все это стоит в Библии, все это было скрыто от нас. И поэтому я этому хочу учить. И если тебе интересно, мой друг, приходи, я научу тебя всему этому. Это очень интересно, когда ты понимаешь, что ну, ты можешь управлять этим. Ну, что я хочу сказать, давать это не всегда хорошо. Вот, давать да, но всегда знать. Куда отдаешь, кому отдаешь, если это портит человеку жизнь, если это не дает Богу двинуться, если человек на самом деле теряет себя, теряет свою осанку как личность, становится человеком неверующим, оклянчущим, это не делает тебя благородным человеком. Это делает тебя человеком, который сам своими руками губит жизнь другого человека. Казалось бы, ты даешь, да? Казалось бы, ты даешь. Поэтому очень важно вот эти тонкие моменты.